ты! Ура! Раскрою небольшой секрет, почему мы не участвовали в следует квесте и флешмобе в этом. Потому что где-то неделю назад еще определили, что мы должны были участвовать во встрече с председателем нашей городской думы Лавричевым. Вот. Мы готовились к этому, поэтому предупредили, что вот так вот получается. Вчера вечером его помощник позвонил, что он срочно вылетел в Москву. Yes. И встреча с ним переносится или на завтра, или на послезавтра, yeah, после его возвращения. Поэтому, конечно же, мы рядом со всеми нашими друзьями от всей души, от всего сердца поздравляем вас с юбилеем. Вы у нас действительно здесь очень точно подметили черты вашего характера. Ну, о внешности я не говорю, как говорится, это все на лицо и на лице, вот. Но ваши замечательные черты характера, души, умение организовать и влюбить в себя окружающих, это очень здорово. Мы действительно вас не только уважаем, но и любим, вот. И поэтому от Ассамблеи народов России, которую мы представляем с Лидой, и от городской общественной палаты разрешите вас официально поздравить с этим юбилеем, пожелать долгих-долгих лет жизни, оставаться такой же красивой все эти годы, и чтобы рядом с вами всегда были вот такие верные, веселые, талантливые люди. Галина Алексеевна, а мы неофициально вас поздравляем. Ты у нас самые красивые, самые лучшие, любимые. Ну и гостеприимные тоже, я знаю. От всей души, да, ребята, девочки? Да. Ну, мы не нашли Галину Алексеевну, нашли хорошую. Качественную. Это еще не все, Галина Алексеевна. Так, я пока положу. Галенька, от всей нашей группы дружной поздравляем тебя. И я вот тут зачитаю. Цветы, улыбки, поздравления в красивый яркий юбилей. Согреты счастьем все мгновения, теплом сердец, родных, друзей. Пусть в праздник сбудутся желания, удачи радуются все дни, успехов новых, процветания, чудесных лет, добра, любви. Галенька, и вот мы тебе еще дарим лотерейный билет. Мы на счастье!